Сбежавшая невеста. Год 1999. Это сопливая мелодрама для дырок. Они это любят, они, конечно же, поставят высокие оценки. Но есть такие гаврики, которые ставят даже десятки. Этот фильм о жертве и охотнике. Сама жертва бежит к охотнику. Жертва это Ричард Гир, охотник Джулия Робертс. Хотя она не хочет. Она сбегает со свадьб. Она кидает оленей, но олени все равно бегут за ней. Это природа противоречит сама себе. Но все же. Ричард Гир пишет статью про Джулию Робертс, сбегающую со своих свадеб. Удается ли ему укрощение строптивой? Гэри Маршалл, дед. Что надо было такое придумать? Это просто... Почем был дед в то время? Такой сюр. Просто жесть. Джулия Робертс, Ричард Гир, Джон Кьюсак. Джулия Робертс и Ричард Гир не впервые работают вместе. Рита Уилсон, Пол Дули, Кристофер Мелони. Бюджет в 70 миллионов бакинских, сборы в США на 152, сборы в мире 309. Зрителей в Пиндас не было 30 миллионов, премьера в России состоялась 27 января 2000 года от Paradise. Но в мире 25 июля 99-го, релиз на DVD был 7 июля 2010-го, а релиз на Blu-ray 23 июня 2010-го от Carmen. Видео и премия канала MTV, номинация «Лучшая женская роль». Фу, вы смотрите на эту розу, это же мышара просто. Мэгги Карпентер, до смерти боится замужества. Какой парадокс. И каждый раз, когда дело доходит до свадьбы, она сбегает прямо от алтаря. Таким образом, за плечами у Мэгги три неудавшиеся свадьбы. Пока она готовится к четвертой, в ее городок приезжает журналист Айк, который собирается написать о ней разоблачительную статью. Однако и ему не суждено устоять перед чарами красавицы. Тьфу, красотка. Станет ли он очередной жертвой Мэгги? Или тертому репортеру удастся все-таки окольцевать ветреную невесту? Это, конечно, может быть только в сказке. У нас бегут от замужества, нормальные парни бегут от баб и живут свободной жизнью и кайфуют для себя. Этот же фильм совершенно другая противоположность и в области фантастики. Тут мужик бежит за бабой, тут баба просит руки мужика. Это просто нонсенс какой-то. Ну вы понимаете, пиндосню. Это у них такое. Сказочный переполох. Это мерзость. Просто мерзость. Которая получает 2 балла. Не советую смотреть свободным парням, которые живут для себя. Ни в коем случае. Не рекомендую смотреть. Этот фильм был только для обзора. Только на канал. «Сбежавшая невеста». Год 1999. Лайки, дизлайки, подписки. Welcome back.